упрекать лесбиянку в том, что она лесбиянка, все равно, что упрекать брюнетку в том, что она не блондинка. Можно, конечно, заставить ее перекраситься, но тайное рано или поздно все равно станет явным. Именно эти слова из книги «Жизнь в розовом цвете» и привели меня туда, где я сегодня, и сделали таким человеком, каким я позволила себе быть.